Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Indies World, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Ghostwire Tokyo. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы расчистили путь к столпу немножечко, и у нас с вами открылись новые территории, мы с вами нашли скрытую Тори и двинулись дальше. Предлагаю сегодня немножечко пробежаться вначале по побочкам. Там у нас есть пару юкаев, которые также можно собрать. И будем уже двигаться дальше на север по нашему основному заданию. Так, что у нас с вами здесь? Давайте смотреть. Да, вот, я хотел забрать вот эту штуку. Так, для этого нам надо бы перелететь. Не долетим, да? Долетели, отлично. Заберем духов. Так, и смотри. Ага. Очень похоже на Итан Момена. Кажется, мы ему не интересны. Подберись поближе. Надо его догнать. Не отставай, пока он не остановится. Так. Он в отключке. Отлично. Хватай его, пока не поздно. Супер. Ладно. Мы там еще одну взяли. Хвалю. Это у нас получается легкая штука, да. Я в прошлый раз телепортнулся сюда специально. Чтобы отсюда. А, хорош, достали. Так, отлично. Давайте заберем. У нас с вами еще где-то ушастые могут быть товарищи, да? Долетим сюда. Так, котика мы с вами взяли, и я предлагаю вам двигаться вперед, все наверх. Как помните, в прошлой серии я с вами немножечко почистил мини-карту, потому что уж очень много всего было. Вот, я предлагаю дойти вот сюда и потом на точечку. Давайте поэтому сюда. Можно, кстати, тпшниться на самом деле и двинуть отсюда. У нас вообще эта зона, кстати, не очень... Где-то у нас везде, видите, плюс-минус с вами по 50%. Духов собрано уже. Ну, с учетом того, что я сделал своих тенгу, да, теперь я могу их вызывать. Стало легче путешествовать по миру. Потому что... Бьем. Кстати, хорошо, по-моему, девчулю, которая вот эта с ножами, или какая там, которая, мы не можем с вами убить ее в спину. Здесь у нас с вами что, эти опять? Да. А что такое? Почему урон не проходит? Смотри, к ним прибыло подкрепление. Его все встречают. Как не вовремя. Так, давайте. Закончилось. Отлично. Шесть. Кажется, мы их спасли. А, все. Так, забираем. Ну, кстати, получается, их нужно выполнять для того, чтобы мы с вами могли... Котика вижу.
Пойдемте котика заберем, еду заберем. Забирайтесь вы что. Все отлично, мы с вами. А он как раз там духи есть. Давайте заберем. Новая лодка у нас с вами. Мы еще вот лодку вообще не заходили. Какой бесполезный канал. Ни одной рыбы не вижу. Вот раньше я помню, ездил рыбачить на реку. Пластина. Ничего интересного не рассказывают. Блин, а как нам только так подняться? Ну, там, наверное, кого-то водяного надо поймать или кого. Узнаю голос Каппы. Он где-то рядом. Ну да. Положи огурец на платформу. Попробуй вырвать. Опа. Огонь. Супер. Теперь можно идти. Надеюсь, твою молитву услышат. Огурца нет. Магаз нужен. Отлично. Ну, я думаю, сейчас сходим в магазин. Хорош, 7 тысяч. Давайте поищем ближайший магазин. А, у нас он рядышком. Все, пойдемте в магазин, надеюсь, огурец будет в магазине. Немножечко забавно играет. Есть огурец, да. Давайте купим. О, 3 штуки можно купить. Отлично. Ну, про запас на всякий случай. Мало ли мы еще их встретим где. Ненавижу ждать кого-то в магазине. Ну пойдем, пойдем. Да блин. Думать не можем. О, Капа! Что будем делать? Ждать в укрытии. Сначала он должен взять огурец. Когда начнет есть, можно его ловить. Главное, не спеши. Да, мы не будем. Перейди на призрачное зрение и следи за тем, что он делает. Ну, в прошлый раз, кстати говоря, как-то плавал, там приходилось от него скрываться. Выйдем из укрытия, когда он начнет есть. Двигай, двигай за огурчиком. Нет, тоже, кстати, идите. Взял приманку. Ага, подкрадись. Все отлично. Рано вышел. Сила Йокая не лишняя.
Конечно. Давайте посмотрим, кстати говоря. Значит, может, база данных там добавилось, интересно, нет? Это маска. Так, что у нас в навыках? У нас с вами уже 5. Неплохо. О, 6 даже. Так, давайте быстренько пробежимся, что можем сделать. Мы можем улучшить лук. Быстрее натягиваться будет. Можем третьи бусики сделать. Браслетики. Можем улучшить. Три водных сделать. Можем потом на ветер потратить. Но это чисто на этот. А, до 4 атак. Что у нас с вами тут? Летать. Можешь левитацию сделать? Летать подольше. Краса, ну, такое себе. Вот возникание ядер. Давайте сделаем схету сначала. Хочу, чем быстрее ядром будем извлекать, тем будет интереснее. И как раз на левитацию хватает. Супер. И вокруг мочочки. Что там у нас за бардак наверху? Народу много, собаки там. Вот комплекс, о котором я написал. Надо найти корпус С. Ладно, попробуй. Все сделаем. Слушай, где-то телефон звонит. А, Лед Магаз. Кошачий, да, наверное. Нет. Блин, а где я не вижу? Где-то внутри, что ли? Видимо, где-то внутри, наверное. Вот, угощайся. Вот. А, это таксофон звонит, кстати. Сейчас подойдем, наверное. Больше тут ничего нет. Сотовый. И что это? Его зовут Дэл. Что-то вы долго? Давайте быстрее, а то не закончит ритуал без вас. Туман начинается у святилища, к юго-западу отсюда. Спасибо. Извини, что задержались. Кстати, ты нашла Эрику? Эрику? Нет. Мне сейчас немного не до нее. Идите уже. Видишь, как она отмахнулась? Так. Совсем на нее не похоже. Да пойдем. А, опа. Эрика? Похоже, она пытается нам что-то сказать. О, да, пропусти. Кому из них ты веришь? Свой выбор я уже сделал. Ой, исчезла. Так, ну я пока сейчас. Я не хотел с вами драться, друзья мои. Хотя, видимо, придется. Да блин! Так. С этими подеремся, кстати говоря. Ну, кстати, это же такая девчонка, которая. Ой, блин, попала мне маленько. Блин, да что ж такое, а?
я забью вроде, нет? Да блин, а. Все, дали, ребяток. Этих мало, мне сами видите, огненных. Так, давайте пособираем маленько. Ну, кстати, наверх, наверное, надо будет. Да. Ну, тут ничего интересного, кроме эфира, но мы его сейчас идем как раз. Еду не можем взять. Должны быть и другие духи. Ты их тут духов, блин. Как собак нерезанных. Так, освобождаем. И у нас там сам Юка еще один есть. О, опять летающий, блин. Что-то подлетающее. Так. Ой, стрелы. Это заберем. Смотри. Ага. Угу. Очень похоже на Итан Момена. Надеюсь, он не кажется, полетит. Кажется, мы ему неинтересны. Подберись поближе. Надо его догнать. Не отставай, пока он не остановится. Не отстаем, не отстаем. Врезался. Оп. Теперь ты станешь еще сильнее. Так, а что нам надо? Найдите квартиру 302 в доме 7. Крыши и зайдем. Так, внутри раз 302, значит, скорее всего, третий этаж. Сердечко. О, есть сердце, не вижу сердца. Мы на месте. Ну да. Что-то здесь не так. Там тоже залочено на самом деле. Надо, наверное, с четвертого этажа как-то попасть сюда. Попали. Подождите, там небожок? По-моему, он самый. А, нет, 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 показалось. У тебя на крышах, наверное, быть не должно быть, идея. Обыщи тут все. Найди зацепки. Котик. А это еще кто?
Пожалуй, пора перебираться на новое место в журнальчике. Еще один. Ничего себе, какие запасы. Еды для животных. Ладно. Наверное, у них была кошка или даже... Это Ринка? Постой, рядом с ней кто-то еще. Мы видели ее в больнице. Она подчиняется тому человеку. Я знал, что это не Ринка нам помогает. Видимо, они схватили ее, когда она пыталась найти Эрику. Кажется, притворяться больше смысла нет. Да, пожалуй. Отлично. Значит, можно перейти к другим методам. А вы посидите пока здесь. Здесь-то где? Что такое? Исчезла. Она где-то здесь. Найди ее. Ого. Прикольное место. Устроила. Я пытаюсь все исправить. Давай скорее. Ой, блин, потратила огненную эту штучку. Ну ладно. Блин, а у нас, кстати, здесь ничего и нету. Кей-кей, смотри. Ринко, не думай, что я тебя простил. Честно говоря, я на это и не надеялась. Самое главное, чтобы это не мешало нам сражаться. Пожалуй. Я бы сказал, что это зависит от тебя. Ничего себе они тут придумали. На ходовочке. Как ты вырос. Слушайте, круто сделает этот. Немного времени. А я-то верил, что ты Ринко. Сложили звезду. Вернулись. Я не вижу Ринку. Найди ее. Да, сейчас пойдем в парк. Отлично. Давайте go в парк. Так, хорош. Собакин. Вот, угощайся. Тихо, ешь спокойно.
Куда песик сбежал? А, ты спрятался. Понял. Давайте котику подойдем. Опа, огонь. Нормально мы у него выполнили. Супер-пупер. 100 тысяч, заметка. Копить надо. Кажется, мы уже были в таком парке. Четки самые вороны. Вот энергия чьей-то души. Значит, Ринка не смогла ее удержать. А она-то где? Рада, что вы живы. Я переживала. С нами все хорошо. Не волнуйся. А ты как? Ничего. Нормально. Точно? Ты уверена? Ага, я же снова здесь. К тому же, пока они держали меня в плену, я кое-что выяснила. Теперь мне понятно, откуда берется весь этот туман. Готовы слушать? Что? Погоди, я найду, где записать. Не надо. Чем мне нравится это состояние, физических преград для меня больше не существует. Я просто передам вам информацию. Надеюсь, что это поможет. Предлагаю сейчас заняться новыми Тори. Обнаружены врата Тори. Угу. Так. Записочки, записочки. Так. И карта. Так, у нас одна-одна. А, не появились еще. Ослепленность. Мне рядом с такими домами обычно не по себе. Слишком уж там тихо. О, вижу. Сейчас туда и пойдем. Поверил в чудеса, значит? Все средства хороши. Сколько их еще таких? Так, песен. Вот, угощайся. Тихо, ешь спокойно. Но... Животные тебя прямо любят. Конечно. Да я вроде ничего такого не делаю. Так, Тори, наверное, наверху, наверное, на крыше. Да. Ой, блин. Ой. Какая-то жестко надо попадать по мне. Убираем. Отлично. Чистим. Кажется, мы почти все очистили.
Не спеши радоваться. Щетки воды. Рано или поздно за нами кого-нибудь отправят. Блин. Так, что открылось у нас сами? Давайте смотреть. А, ничего себе. 4 аж открылось. Нам надо сам все 4 открыть. Так, ну давайте двигаться, чё. Так. Так, все верно, идем в правильное направление. О, кубы, давайте еще. Похоже, ты узнал еще немного о моей ту-ту-ту-ту-ту-ту. Эта мадам у нас такая пожестче. Непростое это дело. Собираем. Отлично. Блин, эти желтенькие, ой, желтенькие, красненькие нужны. Душ что где-то рядом. А, да, да, вон наверху. Там телефончик бы. Давайте, наверное, вернемся на телефончик и быстренько наверх. Да. Потому что надо заплавить, у нас уже 40. Я думаю, там Тори освободим, будет еще на мальком подкинуть там. Все хорошо. Да. Что-то мы с вами уровни качаем и качаем просто вообще. 25 очей у нас с вами. Что, летать будем или... Давайте ядра. Пополезнее будет. Пригодится. Училище. Качаем.
Что-то как-то странность, так мало народу. Вспоминай, куда мы там шли. Вау. Тут может быть что-нибудь интересное, нет? Ой, тут хомяк тяжелый. Сафончик. И что мы тут видим? Маска. Денежки. И колчан с стрелами, отлично. Видите, он не умирает с одной стрелой. Теперь умер. Не сдерживай свою силу. Да я не сдерживаю. Чем больше у тебя навыков, тем проще тебе сражаться. Опа. Вот этих не люблю. Они жестковастенькие такие. Что ли? А, ну, не, да я просто, видимо, позаспамил его. Так, еще мы с вами большую локацию очистили. Я так понимаю, там, скорее всего, первый босс, наверное, будет у нас. Акито, смотри, свет угасает. Видимо, лучше поторопиться. Да, сейчас пойдем. Перекладываешь свои проблемы на богов? Чётки. А что такого? Они же помогают? Чётки огня, отлично. Чёткие, чёткие, это хорошо. Должны быть и другие духи. О, котик. Талисман. О. Вот это хорошая штука. Ну, я покоплю. Хорошая, но мне хочется покопить. Так, а что у нас там по карте получается? А, у нас по карте вот. А что здесь за кимоно? Подождите, а где он здесь Амикути стоит? Не понял. Так уж. А, вон коробка. Чем? Тихо. Так.
Что-то тут. Нормально, могло быть и хуже. Не знаю, что это. Что? А, время усиления, вон сюда, понял. Так, у нас вот здесь, вот здесь, здесь, вот здесь. Ну, я бы на самом деле сходил Тори и почистил вот эти сначала, наверное, а потом уже шел здесь вот прям вообще нормально. Или сходить на этот. Не, ну давайте сходим сюда все-таки. И знаете, что нам надо? Я сейчас все-таки понял, что все-таки надо было четки ставить. Сколько надо на четки? 3. Потому что... Что у нас там есть? Тетки шквала. Они у нас стоят. И лучника у нас там есть. Вода огненная. Ну, пока у меня все норм, я тебе навряд ли буду. Какую там улучшалку дали, но я так не понял, какую. Что она дает? Суйките. Опа, отлично. Додзи меня радует. О, красный? Да. Красный вообще бы побольше. Теперь можно идти. Надеюсь, твою молитву услышат. Какой-то, что ли? Тибори Кума. Медведь. Так, мне надо вниз чуть пройти. Фёсель. Угощайся. Тихо, ешь. Тесно, возможно всех пёселей перекормить? О, там какой-то новый вид этих, что ли? А, нет, это которая крикунья вот эта была противная. Ты вообще пофиг. А, не, не пофиг. Откисло. Чистим. Хочу найти. Приятно, когда тебя поддерживают. Пока их не вижу упор. Так, еще четки. Четки обнаружения призраков. Что у нас на этой локации? Пам, что там пропустили с вами? Какую-то это. А, вот. И что мы тут видим? Какая-то копия чего-то там.
попадались им на глаза. Все, сплавили ребяток. Теперь забираем. Все в порядке. А, он наверху сидит, шарик. Так, а у нас здесь есть этот тор или нет? А, есть, но они за зоны получаются, да? Ну да. Ладно, у меня на карте он отмечен, самое главное, что он есть. Прикольно, я понял, что можно делать. Можно, видите, подаяние кидать и... Так. У нас идет желтенькая здесь есть, можно чекнуть, что здесь желтенькая. Вот, угощайся. Тихо. Да, пожалуйста, благодари меня. Бегу, 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 бегу. Спасибо. Ломимся. О, блин. Блин, не уместился он мне. Что-то я не понял, это у меня... Что-то как-то странно, я вроде прокачал эту фишку, но что-то как-то ядра быстрее не забираются. Ну, копим Магатаму сюда. Давайте покопим. На самом деле, пока тратить не на что вообще, в принципе. Что тут у нас? Тут типа что-то лежит, что ли, или что, я не пойму. А что тут наверху там есть, да. О! Интересно, что это? Игрушечный лосось какой-то там. А в нем интересно, что наверху вот еще. Блин.
Ух, блин. Ой, это тёра. Тебе ударили. Нехило мне ударил, да. Давай, 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 давай. И все. Я думал, это что полезное. Просто гавай этот противный был. Статуэтку вижу. Я в тумане, что ли? Ой-ой-ой. А что тут у нас валяется? Машинка. Что это? Модель минивэна. Это у нас ветер был. Понял, принял. Надеюсь, он нам поможет. Надеюсь. Ладно, тут пока край зоны, пойдемте. Я вот котика хотел забрать. Так. Так, а где у нас еще? А, у нас как раз там. Ладно, давайте пойдем к миссии. И я думаю, на этом с вами, наверное, будем заканчивать сегодняшнюю серию. Возможно. А может быть и нет. Сейчас подумаем. Какое-то по настроению. Хотя можно попробовать посмотреть, что там нас ждет. Кто там по лесам пробираться, что ли? Источник света, наверное, где-то в глуши. Котик. Элики нигде нет. Слушайте, огонь. Еще один. Кстати, может 20 собрались 52. Ну, конечно, дофигища, я много не собрал. Элика в лесу. Давайте скушаем. О, нет, 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 не то скушаем, ладно. Эрика просила меня за ней сходить. Долго я не продержусь. Не, не дойду пока-то. Вижу игрушку. Вот там. А давайте проводить приколы, сохранимся. Снова не сохранялись. И рискнем залететь. Скоро этот туман меня убьет. Ой, что это? Да мы уже собирались им такое. Выходи, выходи. Фуф. Фу, я думал, все, труп. Хорош. Поели. Так, давайте еще раз в таких случаях сохранимся. Так.
Так. О, у нас, кстати, сами защиты 10% еще есть. Что тоже хорошо, да? Что это? Это духи. Люди, которых они собрали в Сибуе. Их тут уже тысячи. Когда работаешь детективом, со временем начинаешь спокойнее ко всему относиться. Если постоянно переживать, не сможешь работать. Но иногда видишь такое, что никакой выдержки не хватает. Тебя как будто берут и бьют по животу. Примерно так я себя чувствую сейчас. Да уж. Кажется, я тебя понимаю. В такие минуты хочется только одного, как-то все исправить. Запомню это чувство. Без него жизнь бессмысленна. Так, запретная зона Кириакаоки, блин. Так, что тут у нас? Попробуем пройти здесь. Открыть. Так. Не понимаю, зачем ему вообще нужна Мари? Из-за него я и получил все свои способности. Для него это все научный эксперимент. Мы просто подопытные кролики, твоя сестра в том числе. Лучше так. Думай, как ее вытащить. Давайте в лупсу здесь еще продвигаться. Скорее, здесь будет какой-то босс у нас с нами серьезный. А вот он, Ханя наш. Подопытным крысам следует сидеть в клетках. Ты! Кей-кей! Стой! Где Мари? Приятнейшая встреча. Но всему свое время. Скоро начнется церемония. Вы больше ни на что не сгодитесь. К сожалению, вас обоих уже никак не спасти. Что ты несешь? Верни ее! Увы, попрощаться с ней ты так и не успел. Она уже играет свою роль в последнем акте. Чего? Впереди еще много дел. Важных дел. Вместо меня за вами присмотрят они. Ты думаешь, эта хрень оживит мертвых? Кейки, ты сейчас о чем? Этот недоумок собирает души людей, чтобы связать наш мир с загробным. 5 лет назад его жена заболела и умерла. Он хочет ее вернуть. Вот бы дочка гордилась сейчас своим папашей, это точно. Что за хрень? Кей-кей. Типа жена, дочь, наверное, его. Кто они? Простите. Не хотел вас обманывать. У меня с родными полное понимание. Приходят с того света по первому зову. Или это его жена и дочь? Заслуги моей дочери отмечу особо. Если бы не она, завесы не появилось бы. Так ты ради этого дочку убил? Тело не более чем сосуд для души. Разве можно привязываться к бренной оболочке? Да он спятил! Час уже почти пробил.
Думаю, она не даст вам скучать. Ты ж мать моя женщина, там что-то сейчас страшно будет. Да. Отойди от нее! Она сейчас разделит! Тетя! Акито, с ней нельзя сражаться лицом к лицу. Стань так, чтобы она тебя не видела. Угу. Так, нам надо двигаться за ней, я так понимаю, да? Стрелы. Кей, ты там как? Вся ее сила заключена в хвостах. Оторви, я тебе помогу. Хорошо, попробую незаметно подобраться к ней сзади. Эрика, я понимаю, что ты чувствуешь. Пойми и ты меня. Я не могу на это пойти. Я просто хотела сражаться. Папа, мама, Ринку. Кого не возьми. Меня все от чего-то защищали. Так было всегда. Я только стояла и смотрела. Честно говоря, до недавнего времени меня это устраивало. А потом все изменилось. Так. Ого. Ничего себе, она... С ней такое не прокатит. Во-во-во. Блин, а как же стать без нее? Да, блин. Блин, не понимаю просто. Не попадайся ей на глаза. Начнешь выдыхаться, отступай. Что-то не пойму пока, что надо сделать. Ладно, сейчас разберемся. Подобраться к ней сзади. Да блин, а. Откуда ты узнал, что я здесь-то? Что делать надо? Во, точно все понял. Во. Все, я понял. Теперь я понял, что надо сделать. Давайте поедим. Ладно, только больше никого не вытаскивай. Скажи потом, как ее назвала. Я была как кошка. Ничего не делаешь, а все о тебе заботятся. Что это за жизнь? Можно ли это вообще назвать жизнью? Нет.
Мне кажется, что нельзя. Меня как будто... как будто держат в клетке. Так. Делай, кто должен, оторви. Так. А второй хвост отрываем. Слишком много хвостов. Я больше не хочу, чтобы меня опекали. Чем сложнее становится жизнь, тем бессмысленнее мое существование. Но меня никто не понимает. Я для всех обуза. Меня вечно надо защищать. Я ничего не могу сделать сама. За меня всегда все решают другие. И я так не хочу. Это не жизнь. Мы пойдем, а ты сиди здесь и жди нас. Тут тебя никто не тронет. Я не хочу. Блин, это неправильно. Я тоже надо хочу валить. Жить. Дым пускает морду опять сюда. По-честному с ней драться бесполезно. Лучше ударить из засады. Да блин. Это последний хвост остался на самом деле, поэтому я думаю. Блин, нет, нифига спалила. Блин, ай, почти. Оглушить. Да есть чем оглушить, но просто бочонки я сплавил. О, давайте попробуем сюда позвать. Взрыв ее немного замедлит. Не попал. Да, я понял. Блин, а что-то я рано, видимо, эту использовал, да? Взрывчатку. Так, у нас здесь еще есть с вами. Отлично. А мы никак не можем его передвинуть или что-то. Я не смогу ничего сделать. Надо зайти с тыла. Что ж ты будешь делать, а? Ай-яй-яй, погоди, хорош меня сжать. Да вы бросьте. Как так? Я два хвоста ей снял. А что-то забаговался я, короче, там в текстуре, походу, делал. Не смог даже убежать. Акита, отойди от нее! Все, я понял. Акита, с ней нельзя сражаться лицом к лицу. Да я понял. Ну блин, просто на самом деле мне сказал, что это легко. Взрыв ее немного замедлит. Я понимаю, что ты чувствуешь. Пойми ли ты меня? Я не могу на это пойти. Я просто убираем. Хотела сражаться. В смысле? Папа. Все, хорош. Отлично. Чего ты защищаешь? Так. Всегда. Я только стояла и смотрела. Честно говоря,
До недавнего времени меня это устраивало. А потом все изменилось. Еще одну подобрала? Ладно. Только больше никого не притаскивай. Скажи потом, как ее назвала. Я была как кошка. В смысле? Ничего не делаешь, а все о тебе заботятся. Что это за жизнь? Блин, 4 стрелы. Можно ли это вообще назвать жизнью? Нет. Мне кажется, что нельзя. Меня как будто... как будто держат в клетке. Хорош. А где хвост? А где? Где? Я понял. Это был сейчас плохой момент. Стрелы еще 3 осталось. Да я понял, блин, у меня стрел мало. Могу-то урон нанести ей. Да что ты будешь делать? Ладно. Один раз прокатило. Я не смогу ничего сделать. Надо зайти с тыла. Да, блин, а что ты будешь делать? Жестко она. В смысле? А что происходит со мной? Это какая-то чушь получается. Ничего, бочонков еще не появляется. Надо придумать, как ее оглушить. Да тут у меня способов больше нету. Они еще не пополняются. Самое интересное, эти бочки, блин. Что в прошлый раз получилось? Вот видите, она... Успею, нет? Да, хорошая. Уже бы третий бы оторвал, если бы... Я больше не хочу, чтобы меня опекали. Чем сложнее становится жизнь, тем бессмысленнее мое существование. Но меня никто не понимает. Я для всех обуза. Меня вечно надо защищать. Я ничего не могу сделать сама. За меня всегда все решают другие. И я так не хочу. Это не жизнь. Мы пойдем, а ты сиди здесь и жди нас. Тут да, хорош. Я не хочу. Фух. Это неправильно. Я тоже хочу жить. Никит! Акито, спасибо тебе. Так. Ну, арестант, наверное, здесь вообще бы не помог никак. Извини. Come on.
Я снова был близок. Черт! Кей, идем скорее за ним. Это что, не все? А ну не лезь. Предоставь дело мастеру. Это уже за гранью. Как же так? Его нужно остановить. Идем. Да. Мы с вами прошли, видимо, третью главу под названием «Связь», да? Молодцы. Глава 4. Искажение. Что? Понятия не имею. Если хочешь знать мое мнение, там точно не происходит ничего хорошего. Только без паники, ладно? Мы справимся. Хорошо. Идем. Акито, слышишь, телефон звонит? Кифуду новый код получили сами. О! Тануки. Давайте в телефон пойдем. Песик. А ты чего? Бедненький, давайте поговорим. Мы сможем все исправить. Не зря же мы все встретились. Акито дело говорит. Борьба только начинается. Верно? Да. Спасибо. Так. Да, Кифуду мы, да, с вами, ну да. Угу. Ну, за дело, напарник. Вот. Угощайся. Тихо, я. Напоследочек угостим. И будем, наверное, уже отключаться на сегодня. Это спасибо, скажи, Сина. Он сказал. Ну, зачем что-то. Ты так грубо с бедной собачкой? Хоть спасибо скажите, уважаемый псина. Лучше бы ты просто промолчал, честное слово. Так. О! Ничего себе у нас с вами тут. Офигеть. Короче, вся карта открылась, я так понимаю, да?
Как-то можно это пролистать? Все, наконец-то. У нас вот врата, вот. У нас с вами доп квестиков. Раз, два, три доп квестика получилось. Ну, карта вот получается, да, думаю, вот она, типа, какая-то окружная. Там вот у нас еще есть, вот у нас еще врата. А вот у нас квестик еще не выполненный. А, здесь у нас с вами говорят то, что там, помните, подношение приносили. Здесь какая-то с вами... Этот... Вот, я понял теперь, как это работает. А это мы где делали? Это мы вот в этой штуке делали, да? Которая вот эта с палочкой, типа свечка, я так понял, нет? Тануки у нас вот здесь. Ну, чтобы туда добраться. Кстати, а вот интересно, как... А, ну, тут, наверное, тут надо открыть, наверное, ворота. Давайте вот к этим ториям сбегаем, наверное, напоследочек перед самым сном. Все-таки хорошо, что ты мне попался. Почему? Скажем так, при жизни у меня ни разу не было напарника честнее тебя. Примерно понимаю, что ты хочешь сказать. Знаете, что хотел глянуть? Единственное, какими у нас местами показываются вот эти вот наши додики. Так, а что у нас на 10 очков? Ни о чем пока. Ну, это мы с вами выполняем активно. Так, документы. Вот она, Эрика. Дочь Ханни, да. Угу. Так, это мы с вами посмотрели. Вдопольная башня. Посмотрели. Это посмотрели. Это посмотрели, посмотрели, посмотрели. А что у нас, знаете, кто посмотреть? Да, это у нас с вами получается 4 глава, называется искажение, да. Я хотел посмотреть статую, мы сколько собрали с вами? 20 из 52. Тут 6 из 25. И вот у котиков, вы видите, сколько выполнили? А, 2 из 4 воздушных змея. Вот это все можно сдать. Тут надо просто посмотреть, кому это сдавать. Вот это надо как бы поискать. Вот, давайте добежим до Тории, до той крайней. Откроем ее. Так, бежать нам с вами наверх, да? Да. У нас с вами тут товарищи, давайте заберем вот это. Они что-то охраняют? Нет, вроде ничего не охраняют. Там, по-моему, дальше были, насколько я помню. Да, а, давайте сходим без дерева. Очистим от скверны. Так. Я не собирался, дружище. Да, блин. У меня просто есть тучи как раз. Есть и другие. Надо найти их.
запасики еды нам тихонечку восстанавливать тоже с вами, потому что мы с вами то, что тратили помаленечку. Что залип? Хотя я сейчас и думаю, что может быть и стоит на самом деле увеличить скорость. Ой. Ух, мать моя женщина. Да блин, что же такие? Что-то как-то пространство. Они бьют-то больно, а? Я просто не очень удобно, если честно, на среднем топку мыши этот. Щит прям мега неудобно. Давайте сходим, еды что ли какую-нибудь купим. Еды съедим еще. Так, так. Тут собралось много. Так тебе. Извини. Блин, а очень стрелы отлично. Отдохните. Выпущу, что ли? Милиционер вообще прям какой-то жесткий. Зачем так много оставил? Мне кажется, оно того стоило. Так, четки. Хвостик. Я так не радовался хвостиком. Да блин. Все. Там тут ничего интересного. Так, а там у нас какой-то юнука или как там? Так, у нас с вами еще есть допик один. Они, да. И вот у нас, кстати, открылась, видимо, статуя, которую мы не забирали, да? Давайте посмотрим. Давайте это посмотрим, последнее. И я думаю, что будем загружаться на сегодня. У меня уже времени очень много. Уже пора отдыхать. Вот у нас как раз, да... То есть, смотрите, я понял, когда она вот исчезла, получается. Надеюсь, он нам поможет. Надеюсь. А, я их убрал, что ли? Подождите, ну-ка, так, а фильтр, если поставить? Метки. Статуи.
Но у меня галочка стоит, но я что-то как-то их... Странно. Видимо, это она появилась, потому что я на карте прям появилась, потому что я попросил. Смотри, собака. Собака. Так, ну что, дорогие друзья, давайте заканчивать на сегодня эту серию. Она получилась, конечно, мега длинная опять. Но сами, мы с вами не можем эту игру играть помалу. Это на самом деле очень круто, очень интересно, что нам прям так нравится она. Поэтому обязательно будем проходить дальше. А если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новом видео. Пока-пока.